приглашаем в гости, ребята, педагоги. Оздоровительный лагерь «Искра» начинает торжественную церемонию открытия малых олимпийских игр. На линейке выстроились олимпийские команды разных стран. Поприветствуем их. Команды сильны дружбой и стремлением к победе. Есть много спортивных звездочек, которые сегодня обязательно зажгутся на олимпийском небосклоне. Давайте представимся. Команда Японии. Сборная команда России. Сборная команда Италии. Сборная команды Германии. Guten Morgen. Ребята, а вы знали, что в нашем прекрасном лагере есть спортивные звезды мирового масштаба? Старенкова Галина Васильевна, чемпион мира по самбо, трехкратный чемпион СССР по дзюдо, двукратный чемпион Европы по самбо и заслуженный тренер Республики Беларусь. Вы не поверите, этот человек постоянно на территории нашего лагеря. Это тренер наших дзюдоистов. То есть вы рядом с легендой. Поэтому посмотрите вокруг. И сегодня, когда придете в столовую, увидите Галину Васильевну, это тренер, которая самая старшая женщина-тренер у дзюдоистов. Подумайте, кто находится рядом с вами. Не просто обычная женщина, а человек-легенда. Гончарова Галина Петровна, мастер спорта, призерка Республики Беларусь. Петрусевич Владимир Максимович, кандидат мастера спорта по дзюдо, многократный призер Республики Беларусь. Ты позволит ли она начинать такие необычные состязания? А вы, ребята, знаете, кто это? Богиня Олимпа. Гера! Правильно, ребята, это Гера. Разве вы забыли историю? Давным-давно на горе Олимп в Древней Греции жили боги, среди которых была богиня Олимпа Гера, которая присутствовала на открытии каждых Олимпийских игр. И сегодня у нас в гостях верховная богиня Олимпа. Гера, встречайте! О, великая богиня Олимпа, скажи, пожалуйста, почему именно наш лагерь «Искра» вы изволили избрать? О, славные жители города, лагеря «Искра». Слышала я, что здесь собрались самые смелые и ловкие ребята, и прибыла, чтобы убедиться в этом. Скажите, Вера, как и чем мы можем порадовать вас? Спортивными достижениями, находчивостью и юмором. О, всемогущая Гера, нам необходимо твое разрешение для открытия малых олимпийских игр в нашем лагере «Искра». Я, Гера, стану славить наших спортсменов. Я стану верить, что в спорте, растя себе смену, человек уже никогда более не вернется к кровавым сражениям. Слышала я, что здесь собрались самые отважные ребята, спортсмены, принятию клятвы стоять смирно. Светом олимпийского огня, сиянием священной лады. Клянемся! Сражаться честно, бороться смело, и знать дух зависти. Клянемся! Клянемся! Пусть олимпийский огонь станет для вас маяком, пусть слово «судить» будет для вас законом. Пусть вашим девизом будут слова «выше, сильнее, быстрее». Да победит сильнейший! Клянемся! Клянемся! Открытие малых малые олимпийские игры объявляю открытыми. Встречаем нашу спортсменку Леру со второго отряда. Remember?
наших гимнасток 5-го отряда. Александр Сергеевич, мастер спорта по баскетболу, участник Олимпийских игр в Москве, многократный чемпион Республики Беларусь. Хотелось бы еще раз поздравить вас с открытием малых Олимпийских игр. После открытия, кто еще не знает эту информацию, мы начнем наши соревнования. Сегодня у нас будет силовое многоборье. Вот. Также хотелось бы напомнить вам об олимпийцах белорусах. Едешка. Дзюдоистов нету. У нас есть легенда просто. Это медведь. Это человек-легенда в борьбе. Кушнир. Молодежь, знает, какой Антон Кушнир? Нет. Да. Вполне. Фристайл. Так что Беларусь славна и полна талантами, которые завоевали призовые первые места на Олимпиаде. Олимпиада – это самое осмотрительное соревнование и вообще мероприятие в мире, самое дорогое мероприятие в мире, вот, проходящее раз в 4 года. И наша страна в составе Советского Союза занимала достойнейшее второе общекомандное, вообще мировое за всю историю проведения игр в медальном зачете место. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь из вас будет там, на этом пьедестале. Эти люди должны быть самыми ответственными. Дорогие судьи, помните, что за нарушение права судейства ваших коллег с позором прогоняли из Олимпии. Итак, начнем же наши Олимпийские игры. Так, ребята, еще раз всех с праздником. Пожалуйста, проверьте, чтобы форма одежды была спортивной. Обувь, одежда, юбка – это не спортивная одежда, да? Отряды выходим с линейки. Надо жить ярко. Пятый отряд. Надо побеждать честно. Камеры вокруг люди. Шестой отряд. Если что рекорд будет. Второй отряд. Цели. И есть твердо в герое спорта. На победа как воздух. Нет, это первый отряд. И хотим всем рекордом. Наши фанки России нас, мы хотим всем рекордом, наши фанки России нас. Цельный путь наряд сложен, ветер он сегодня